та ситуация, которая сложилась в бизнес-центре в Найроби, явно показывает, насколько опасен радикальный ислам, насколько опасен вообще любое радикальное отношение к религии. Пришли террористы и начали отпускать всех мусульман, соответственно, все остальные религии, представители всех остальных религий были либо убиты, либо до сих пор содержатся под, в залоге, в заложнике. Эта ситуация явно показала, насколько может быть опасным распространение ислама, причем не традиционного, который, к примеру, в нашей стране уже несколько сот лет мирно сосуществует и ислам, и христианство, а такого радикального, который не знает никаких больше принципов, никаких больше иных традиций. И получается так, что люди, которым что-то не нравится в жизни других людей, получают каким-то несведомым образом право убивать других людей. А вот этим отличается от всех других мировых религий ислам.